И мы начинаем вечернюю часть чемпионата и первенства России. На сцене Самойлов Константин, Гусаров Анастасия, М-класс. Сегодня, ой, сейчас они, сейчас М-класс вам представит технику ног. Техника ног представляет собой короткую программу, где спортсмены должны показать максимальное владение ногами, руками, телом и эмоциями своими, конечно. Звучит нетленное произведение Элвиса Пресли «Боссанова». Костя и Настя представляют школу акробатического рок-н-ролла «Спартак» юность Москвы. Одни из главных претендентов на призовые места сегодня. А может, даже на победу. Итоговое выступление спортсменов сочетает в себя две программы финального выступления. Это, как вы уже понимаете, техника ног и акробатическая программа. И по сумме двух этих программ и будет набраны баллы, которые будут необходимы для первого места, второго, третьего и так далее. Гришов Иван, Черковская Маргарита, клуб «Лидер».